Добрый день, здравствуйте, с вами канал «Жизнь как оно есть». Мы продолжаем нашу рубрику «Товары из-за границы». Его необычность в том, что, ну, во-первых, это мужской парик, он приехал из Латвии. Парик получается именно на определенную часть залысины, вот, она закрывает именно челку, то есть, когда начинается именно вот с этой стороны, это, получается, поможет скрыть этот момент. Вот можете сами посмотреть, убедиться в том, что как бы... Это получается ручная работа. Они полностью состоят из термостойких волос, то есть это не человеческие волосы. И, соответственно, с помощью двух пластырей можно будет прикреплять к своей голове. Ну, предварительно, конечно же, надо будет, то есть, постричь по вашему стилю и по вашему вкусу. И, соответственно, уже надевать и ходить спокойно. Никто никогда не сможет, то есть... заподозрить то, что это какие-то другие чужие волосы. Вот. Рекомендация на такие волосы, конечно же, есть. Да, вы можете их приобрести у нас в телеграм-канале. Ссылка будет внизу. И также по дополнительным вопросам вы можете написать в телеграме или позвонить. Заказ осуществляется, то есть, по всему Узбекистану. Доставка у нас недорогая. Это получается по всему Узбекистану от 11 до 14 тысяч до самого офиса. Мы работаем с помощью компании доставки Эму. Они очень быстро доставляют за один день. Если до дома, у них получается чуть-чуть дороже. Ну, помимо париков, у нас, конечно же, есть и другие вещи. То есть одежда, телефоны, что угодно. То есть вы предоставляете фотографию, предоставляете информацию, что вам нужно. А мы постараемся найти то, что вам понравится. Также после этого видео можете ожидать, я в ближайшее время тоже сниму видеообзор тех париков, которые сейчас у нас остались в наличии. Это термостойкие парики Боб Каре, короткие. Вот. У нас было очень много париков, но, к сожалению, мы не успели заснять видеоролик, потому что у нас их быстро, очень быстро скупили. У нас, получается, более 26 париков было. С помощью наших коллег в Самарканде. Они нам тоже отправили дополнительные парики. Мы все это распродали. У нас осталось только 5 или 6 париков. Поэтому, я думаю, вам это будет интересно. На новую партию мы дали заказ. Скоро прибудет новая партия. За счет новой партии тоже, я думаю, будет новый ролик. Оцените, посмотрите. Если вам понравилось видео, если вам понравился как бы обзор на данный вид парика, то ставьте пальцы лайк. Если не понравилось, можете ставить дизлайк. Это, в принципе, не обидно. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.